Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить наших граждан. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь ЦИКАДам. Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! А знаешь... Мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Нет, только не это. Просто отлично. Что теперь? Ладно. Эй! Прошу! Охренеть! Помогите! Мы ему поможем? Элли, пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. Я в порядке, в порядке. Так вылезай, скорей. Иди сюда. Отцепись, недоноса. Я тебе покажу. Слип!
Брысь с меня! Вот ублюдок! Давай. Да что с ними такое? Отдышись. Мы уходим. Ладно. Берегись! Лежи! Офигеть, Джоэл! Где-то тут прячется. Блин. Поищу там. Ребят, гляньте там. Справа. Где этот гад? Ё-моё. Ах ты мразь! Так, это последний. Ты как там? Ага, вроде нормально. Вот и хорошо, валим к чертовой матери. Осмотрись, вдруг здесь есть что-то ценное. Поищи что-нибудь, что можно подпереть. О, тут столько всего интересного. Элли! Да. Ну, давай! Так, держу. Смотри. Охотники. На их месте могли быть мы. Надо же, сколько людей здесь погибло. Надо было разворачивать машину и валить. Мы выжили. С трудом. Уходим отсюда. Как ты узнал? Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Ой. Значит, ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Похоже, здесь эти козлы спят. То есть спали.
Мне показалось, они не зараженные. Неважно. Пошли отсюда. Элли, не спеши. Подожди меня. Ну чего тебе? Я здесь. Давай я пойду первым. И не шуми. Ладно. Я могу свистеть. Ну вот, теперь будешь меня доставать. Крутота! Что произошло? Это твои друзья-охотники? Мило. Нет, я думаю, что это солдаты. Зачем убивать людей? Всем не хватило места. Проще убить? А мертвые не болеют. Убить нескольких, чтобы спасти многих. Это отстой. Да. Что это? Не знаю. Элли, пригнись. Ты стрелять вообще умеешь? Прячемся! Да иди ты. Ты же все пули в молоко всадил. Лучше б в тебя. Ну ладно, ладно. Промазал, бывает. Хочешь, потренирую тебя в тире? Да ну тебя. Куда они делись? Должны быть здесь. Они на повороте шоссе. Не удивлюсь, если у них там еще туристы. Хорошее местечко. Везет же им. Погляди пока, чем тут можно поживиться. Ничего тут нет, идем дальше. Какого хрена мы тут торчим? Пошли посмотрим, что делают эти засранцы. Вечно тянут кота за яйца. Но если они опять нас за нос сводят... Ага. И что ты сделаешь? Увидишь. Ну да, ну да. Кажется, ушли. Чего-то я этих ребят стремаюсь. Да сколько тут этих охотников? Похоже, много. А мост ведь далеко. Дойдем. О, странно выглядит. КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. Отдавайте паёк. Почему им не давали еду? Иногда еда заканчивалась, хотя чаще ее просто не выдавали. В Бостоне такого никогда не было. Ну а в других местах сплошь и рядом.
слышу охотника. Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Ясно? Гонялись за этим туристом. Босс новый, треп старый. Он говорит, у нас теперь достаточно людей. Капец! Я его. Ничего себе! Joel!
Черт, еле отбились. Мы выживем на зло вселенной. Нас не сломить. Не понял? Дик звездный свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражения. Нас не сломить? Ага. Ладно. Ух ты! Сколько тут книг! Жалко, что у меня так мало места в рюкзаке. Значит, ты любишь читать? Когда я не удираю от зараженных и охотников, все время читаю. До чего надо дойти, чтобы вешать солдат? Люди в отчаянии способны на что угодно. Так что, получается, мы тут против повстанцев? Выходит так. Посмотрим, куда он ведет. Постарайся не сломать шею. Лежи, лежи, лежи. Опять они. Хорош возиться. Ну, валим отсюда. Ничего. Вроде нас не видели. Фух. Вот и наш мост. Мы приближаемся. Не будем терять время. Пошли. Нет, я не допрыгну.
Подсади меня наверх, я положу доску. Подожди! Узнаю, что там. Это еще что? Опасное место. Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Ну ладно. Эй, осторожней! Клади доску, как они. Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Нет, для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Как бы туда залезть? Здесь слишком высоко. Давай осмотримся. Так. Смотри под ноги. Yeah.
А, черт. Пригнись, пригнись. Стоп. Сколько же это? А, пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один. Твою мать! О, жуть. Выбрали легкий способ, да? Это нелегко. Но для многих проще, чем ждать щелкуна или охотника. Поверь, это нелегко. О, черт.
Смотри, похоже, в этой шахте есть лестница. Постой, дай я попробую. Посмотрим, что там. На всякий пожарный. Тут узковато, но пролезем. Ладно. Лучше найди, за что ухватиться. Ну, вперед! Ладно. Вперед! Оставайся там, а я поднимусь. Только не поднимайся. Постараюсь. Итак, куда дальше? Туда я не заглядывал. Долбаные споры. Твою мать!
Иди. Прошу. Ну вот и все. Главное, Элли. Кончай его! Готово! Супер. Тебя не покусали? Нет пока. А тебя? Пока нет. Ладно. Разделяемся и идем дальше. Вдруг какого урода не заметим. Ugh!
Фух. Как я ему мозги вышибла, а? Да, это точно. Тошнит. Я ведь просил тебя, не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Так идем. Обычный тихий спокойный солнечный день прервал ужасный стон, и изо всех щелей дверей вместо людей сотни страшных тварей вырвались, чтобы теперь питаться нами. Никто об этом и не думал, но это пришло. Зло в дома и квартиры всех уже трясло от того, что понять не мог никто, как бороться с ними и что нам суждено. Это эпидемия, люди заражены. Никто и никогда не видел такой войны, когда с одной стороны здоровые живые, а с другой ходячий труп, пути к тебе ищут любые. И наш с вами герой бьется за выживание, есть желание бороться еще за признание и доказать бездушным мутантам этим, что пока бьется сердце, не боимся смерти. И вот новый день в этом диком мире, в котором кроме зараженных есть еще чужие бандиты, мародеры, людоеды, группировки. Им бы помогать друг другу, а они как волки. Нам предлагают сделку за хорошую награду, провести девочку надо через 7 кругов ада, через зараженных, через ходы подземные, в которых лишний шаг и вперед ногами первые. Это путешествие будет длиться год. Почему знает тот, кто игру пройдет? Куда направляются наши два героя? И чем так важен для всех этот ребенок? Для тебя больше 10 видов оружия. Не думай, что это мало, а больше просто не нужно. Ну и конечно, можно улучшить свои пушки. Бронебойный прицел, это уже не игрушки. Также можешь ты себе делать вещи: аптечку, нож, гранаты и похлеще, бомбы с гвоздями и коктейль молотов. Все собрал сам и к войне готов. Как бы описать графику одним словом: офигенно, круто, супер или здорово. Все одно, графа просто мега. Тут 11 баллов, точно не помеха. Сюжет, в игре такой сюжет. Сценаристы фильмов, просите совет. И нет, не 10 баллов, а конечно тоже на 11 баллов больше похоже. Дико атмосферно, дико погружает. Иногда обстановку очень нагнетает. Сколько мы поставим музыки, а друзья? 11, конечно, баллов, оценка моя. Просто отличный геймплей в отличной игре, просто поверили, купи и сам провери. Сделано все удобно и доступно. Просто 11, просто все круто. Итог 11.0, и только так. По-другому не могу оценить никак. Если по играм мастак, то обязан ты поиграть в эту игру, как и все мы. Еще одна ваша просьба, идем дальше. Ждем новинок игровых и хочется почаще. Ведь это просто счастье, такие игры для нас. Это рэп-гейм-обзор The Last of Us.